Всем привет, меня зовут Вадим, и этим летом я осуществил свою очень давнишнюю мечту. Хотел научиться писать электронную музыку, но думал, что это невозможно из-за того, что у меня нет музыкального образования. Но, как оказалось, все гораздо проще, и сначала я пытался на YouTube какие-то найти видео, разборы, как это делают, что с этим делают, но в итоге понял, что это вся информация очень разрозненная, каждый объясняет по-своему, и у тебя потом каша в голове. И самое плохое, что ни в одном из этих видео не объясняются какие-то фундаментальные вещи, фундаментальные знания. Поэтому я пошел в школу к Руслану Северу и здесь понял, что абсолютно неправильно обучался. Пытался обучаться, да, поскольку необходимы основы. Фундамент – это основа всего, поэтому основы теории музыки, основы использования инструментов, их звучания, что такое звук вообще, это необходимо понимать, но это не так сложно на самом деле. Как только вы с этим разберетесь, вы сможете писать любые треки. Вот, например, на фоне играет сейчас мой первый трек. Плюсы какие были при обучении? Это индивидуальный подход. Несмотря на то, что вы занимаетесь в группе, каждый ваш проект рассматривается индивидуально. На каждом занятии дается как теория, так и практика. Потом вы дома это отрабатываете, оттачиваете свое мастерство, присылаете проекты на проверку. То есть это постоянная интерактивная работа, и преподаватель всегда держит руку на пульсе. Как вы себя чувствуете, то есть как вы развиваетесь. Самое главное – это желание, упорство. Если вы хотите развиваться как… Если вы хотите развивать это как свое хобби или, может быть, хотите стать своим просто музыкантом действительно высокого уровня, то вы можете прийти в эту школу и обучиться как теории, так и практике, как основам, так и использованию серьезных инструментов для написания музыки. Поэтому приходите, не бойтесь. И самое главное, для этого не требуется особо никаких вложений. Для этого нужен только компьютер, ноутбук, наушники. И все, на первых порах. А в дальнейшем уже будет все зависеть от вас. Удачи!